привет, моя хорошая, я уже в школе. Вот, да. Мне интересно, я одна не понимаю, почему у Чарли 109 миллионов? Типа, почему? Почему? На меня сейчас наехали какие-то фанатки Чарли. Типа, она заслужила свою аудиторию, она старается для этой аудитории. Но, блин, я посмотрела ее контент. Все, что она делает, это она танцует. Ну, в ТикТоке много людей, которые реально достойны большей аудитории. Например, Дима Водный. Вы видели его контент? Это просто пушка. А вот у Чарли это вообще отстой. Не знаю, почему ее смотрят. Ура! Мне сказали, что я часовая, потому что не поздоровалась с каким-то пацаном, хотя даже не слышала его.